Сейчас идет масленичная неделя, последняя неделя перед Великим постом. В это время на Руси начинался самый настоящий праздничный разгул. Как отмечали масленицу в Симбирске, вам расскажут 17 февраля на улице Московской в музее-заповеднике «Родина Ленина». В рамках праздника пройдет множество мастер-классов. Сотрудники музеев помогут сделать своими руками яркий авторский сувенир. Музей «Столярная мастерская» приглашает всех желающих на праздник Масленицы на улице Московская, который пройдет здесь, в том числе в нашем музее. И в субботу мы предлагаем нашим посетителям мастер-класс по росписи керамической игрушки. Мастер-класс этот называется «Птичка весны. Закличка» и посвящен он, собственно, проводам зимы и встрече весны. К субботе музей подготовил множество керамических птиц. Они слеплены из глины и прошли несколько стадий обжига в специальной муфельной печи. Во время мастер-класса заготовку можно сначала покрыть белой краской, а потом разукрасить ее или оставить в цвете обожженной глины и нанести на нее узоры. В работе используются акриловые краски. Они не растекаются под действием воды. Вот такие замечательные птички прилетели в наш музей. Люди видят в них разные образы. На самом деле даже я не могу сказать, что мы имели в виду, когда придумывали вот эту птичку. Кому-то видится в ней павлин, кто-то видит традиционную, в общем-то, русскую игру в виде индюка, но мне почему-то видится в этой игрушке глухарь. Птица, может быть, не самая известная, но живущая в наших лесах. В этот же день в других музейных комплексах заповедника пройдут мастер-классы по изготовлению домового хранителя дома, забавных масленичных лошадок, кукол-маслениц. Кстати, сделанная на масленичной неделе кукла имеет особые защитные свойства. В преддверии новой масленицы куклу нужно сжечь. Вместе с ней прочь уйдут печали и неудачи. А созданные сувениры останутся гостям на память. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.